В этом году международной тюркской организации тюркской культуры Тюрксо исполнилось 30 лет. Сегодня такой союз объединяет 6 стран-участниц и 7 республик имеют статус наблюдателя. Юбилейный концерт прошел в Турции. На счету Тюрксо сегодня больше сотни совместных проектов и масштабных встреч. 30 лет назад 6 стран заложили фундамент прочной дружбы тюркских государств. Весь год в разных столицах проводили юбилейные концерты. Один из заключительных прошел в Анкаре. Свое искусство на сцене представляют и гости из Узбекистана. А при исполнении азербайджанской народной песни «Сарыгалень» в зале не смогли сдержать слез. Встреча Тюрксой в очередной раз напоминает как и о тесном партнерстве между странами, так и о братских отношениях государств, объединенных одной историей, одной культурой и взглядами на будущее. После сегодняшнего концерта я понял, какая у нас богатая история, разнообразное искусство. Я горжусь такими взаимоотношениями между странами. Я впервые на таком концерте. Не могу описать свои чувства. Творчество объединяет людей. Следующий концерт, приуроченный к деятельности Тюрксой, организаторы намерены представить на сцене Генеральной Ассамблеи ООН. Темрис Белял, Мируерт Ханагат, 24 КИЗ, Турция.